Вот это судья Кузнецов. А он, оказывается, еще и голубой. А я и не знал, что меня, оказывается, судит голубой. Все. Отвод судьи. Вот сейчас у меня одиночный пикет. Я стою вот с этим. И с белым шарфом. Вы знаете, на митингах разные лозунги. Ну, все разные. Но это ведь не митинг. Где тут митинг? И пикеты также. Ну, извините, пожалуйста. Разные плакаты с разными названиями. Однако это считается пикетированием. Вот, например, я вот сейчас уберу, и еще будет считаться, что я кого-то пикетирую со своим значком. Нет, я не говорил про значок, я говорил про тему. А тема действительно... Вот именно, ну да. Нет, мне не нравится что, тоже этот товарищ судья. Что у вас получается одно и то же. Нет, у нас другое. Почему? Вот у гражданина с таким лозунгом и у вас. С такой же фотографией. Какие у него лозунги? С такой же фотографией. У нас все засвято. Нет, такого не может быть. А у нас кто? А у нас судьи. А судьи кто? Фотография одна и та же. Где? Покажите мне, его не вижу. Мы засняли. Вот который ваш с длинными волосами. Вам просто объясняю. Вы убираете это или отходите на 50 метров в сторону. Или он убирает. Или он убирает. Хорошо. Мы представители средств массовой информации. Обращаюсь к вам. Убедительная просьба во время выполнения своей профессиональной деятельности, пожалуйста, не воспрепятствуйте. Точка 2 кодекса административных правонарушений Российской Федерации. Представители средств массовой информации, не препятствуют законным действиям сотрудников органов внутренних дел. Отдел полиции с привлечением к административной ответственности. Подождите, хоть народ посмотрел. Вы знаете, через генерала Рунова позвоните, пожалуйста, Полтавченко. Народ хочет поговорить с ним. О народном хочет поговорить. Товарищи, пенсионеры! Пенсионеры! Представители средств массовой информации, разойдите, пожалуйста, в сторону. Не препятствуют законным действиям сотрудников органов внутренних дел. Кодекс административных правонарушений Российской Федерации. Разойдитесь, пожалуйста, в сторонку. Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ, и вы, мундиры голубые, и ты, подвластный им народ. Что еще сказать вам? Ну что, вы отчитываться будете, что пожилого человека взяли? Порядок. Лучше бы наркоманов ловили, где собираются. Я вам объясняю, а вы начинаете возмущать. Если вы будете мешать работе сотрудникам полиции, вы будете задержаны. Ну, давайте, вас оставлять будет 19 рублей. Телефон Игоря Степановича. Я тебя не люблю!
Петрограде. Вова, работай! Давай, 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 попробуй. Да. Сделай это, да чёрт. Ну, лови его, эх.